Стрелец, гороскоп на 2025 год. Приятного просмотра. Астрологический гороскоп на 2025 год для Стрельцов обещает позитивные изменения во всех сферах жизни. Возможно, некоторая нестабильность в течение года, но упорство и сила духа помогут с легкостью преодолеть неприятности. Нужно лишь сохранять терпение и не сходить с намеченного жизненного курса. Что ждет Стрельца в 2025 году? Год зеленой змеи начнется с интересных идей. Первые месяцы будут благоприятными для получения полезных знаний и опыта, которые пригодятся в работе. Откроются возможности, которые были недоступны ранее. Вероятно, захочется сменить сферу деятельности или заняться каким-то хобби. Появятся новые друзья и знакомые. Середина года будет насыщена событиями. Возможны волнения и непредвиденные хлопоты. Иногда будет возникать желание опустить руки. Но если набраться терпения, приложенные усилия будут вознаграждены, и все вопросы благополучно разрешатся. Не стоит сдаваться и бояться ставить перед собой важные задачи. Шанс добиться успеха высок как никогда. Последние месяцы года будут спокойными, легкими и радостными. Получится достичь финансовой стабильности. Реализуется то, что прежде не удавалось. Не исключен серьезный прогресс в профессиональной сфере. Личная жизнь также будет безоблачной. 2025 год будет полон вдохновения, позитивных перемен и успешных проектов. Главное прислушиваться к интуиции и не торопить события. Любовный гороскоп на 2025 год. В начале года в отношениях будут преобладать взаимопонимание и любовь. В семьях, существующих уже долгое время, все будет спокойно. Недавно начавшиеся романы выйдут на следующий уровень. Отношения станут более близкими, партнеры лучше узнают друг друга, научатся приходить к общему мнению. Одиночки найдут свое счастье в первом квартале года. Не исключено, что бурный роман закончится серьезными отношениями. С приходом лета безоблачная личная жизнь представителей знака может слегка омрачиться. Возможны недоразумения, ссоры, конфликты и сомнения. В этот период важно сохранять самообладание и не торопиться разрывать отношения. Поспешная смена партнера на эмоциях не принесет счастья. Если же преодолеть кризис и остаться с близким человеком, к осени все наладится. В сентябре чувства заиграют новыми красками. Возможно, появится желание заключить брак. Согласно народной примете, 2025 год считается не самым благоприятным для замужества. Но астрологи с этим не согласны. Если выбрать удачную дату по лунному календарю, союз будет крепким и долговечным. Денежный гороскоп на 2025 год. В этом году все будет зависеть от самих Стрельцов. В течение года стабильность денежного потока будет колебаться. Возможно, некоторые сложности в делах, непредвиденные расходы. Но при этом важно не терять мотивацию и уверенно идти к реализации финансовых целей. В конце года материальное положение представителей знака заметно улучшится. Закроются долговые обязательства, денежные поступления начнут расти. Большой вклад в увеличение доходов внесут налаженные связи. Также важную роль будут играть смелость Стрельцов, способность брать на себя ответственность, а также интуитивные действия, подкрепленные опытом и имеющимися знаниями. Проекты окажутся прибыльными. Возможно повышение зарплаты и появление дополнительных источников денег. Все, к чему будут прикасаться представители знака, будет становиться золотом. Пусть не сразу, но любые действия, направленные на увеличение благосостояния, принесут результат. Гороскоп для женщин. 2025 год будет благоприятным для романтической сферы. Одинокие девушки встретят активных и целеустремленных мужчин, способных полностью изменить их жизнь. Отношения начнутся легко и принесут много радости. Главное не завышать требований к партнерам. Те, кто находится в браке, с большой вероятностью забеременеют. Возможны и неожиданные случаи, поэтому стоит уделить большое внимание планированию детей. В делах также наметится прогресс. Некоторые решатся открыть собственное дело или монетизировать хобби. Возможно продвижение по карьерной лестнице, в работе по найму. Все будет даваться легко, если главная цель – ставить реализацию своих желаний. Важно не попадать под влияние других, проявлять больше любви к себе и следовать велению души. Тогда жизнь станет более яркой и динамичной. Главные задачи этого периода – забота о себе и своих интересах, реализация творческих и деловых идей. Все будет способствовать успешному старту и развитию. Гороскоп для мужчины. В 2025 году Стрельцы будут особенно общительными. Знакомства окажутся интересными и полезными. Не исключено, что поступят выгодные предложения партнерства или помощи в развитии бизнеса. Можно смело притворять в жизнь любые идеи. Уверенность в своих силах
и поддержка со стороны помогут в этом. В отношениях лучше придерживаться стабильности, идти на компромиссы. Не исключено, что вторая половинка откроется с неожиданной стороны, что только укрепит союз. В новых романах нежелательно торопиться с выводами. Гороскоп для стрельцов мужчин говорит о том, что мимолетное увлечение может стать началом чего-то серьезного. Год благоприятен для путешествий. Это касается и развлекательных поездок, и деловых командировок. Самое время открывать новые горизонты. Гороскоп здоровья на 2025 год. В начале года многие стрельцы примут решение привести свое тело в отличную форму. Однако не стоит злоупотреблять ограничительными диетами. Лучше скорректировать питание и заняться физическими упражнениями, ходьбой, зарядкой, легким фитнесом. Рацион должен быть разнообразным и здоровым. Для большинства снижение потребления жирного и сладкого будет достаточно. Это также пойдет на пользу здоровью. Рекомендуется избегать излишних нагрузок и стрессов. Особенно стоит быть осторожными профессиональным спортсменам и тем, кто имеет дело с тяжелым физическим трудом. При ведении разумного образа жизни серьезных болезней можно не опасаться. Астрологический прогноз утверждает, что самочувствие будет хорошим в течение всего периода. Возможны лишь незначительные недомогания, с которыми можно будет легко справиться.